Каникулы Пеппы у кенгуру Кайли подошли к концу. Дети, поиграйте в саду, пока мы собираем вещи. Хорошо, мама. Это самые лучшие каникулы. Я рада, что ты у нас погостила, Пеппа. Мне так не хочется уезжать домой. Не грусти. Я приготовила тебе подарок. О, это банан? Нет. Динозавр? Нет. Это какая-то вещь. Да, но это не простая вещь. Это бумеранг. Бумеранг? Бумеранг – это особенная вещь. Их используют с древних времен. Надо же! Спасибо, Кайли. А что с ним делать-то? С ним играют. Как с мячом? Вроде того. Но когда кидаешь бумеранг, он к тебе возвращается. Не может быть! Я же сказала, что не может быть! Надо бросить сильнее. Джордж, попробуй ты. Ой, не получилось. Ты неправильно бросаешь. Надо бросить очень сильно. Вот так сильно. Берегитесь!